всех приветствую, меня зовут Анна Власенко, и сейчас будет 7-я подборка мемов по злым птичкам, по World of Warcraft и прочим. Мой день рождения прошел отлично, правда, я не учила вот что. Безумие Унгура никто не праздновал, поэтому мне пришлось сменить планы, отсняв еще несколько кадров 10-й годовщины Хардстоун. И вот рядом с моим районом произошла жуть. Помянем всех. Ну а мы начинаем. Весна наступает. Мой организм. Почему у меня живой болит? Я где-то в начале марта болела. Но ничего, выздоровела, живая. Я... удивляюсь, почему мало памяти на телефоне. Моя галерея. Это мне надо. Помимо фотографий моей собаки, я еще храню скриншоты мемов, которые мне кажутся очень смешными. Когда увидел расписание от физики и математики намного больше других предметов. Хлопаная многоногая фигня! Ай-яй-яй, не завидуй тем, у кого так. Когда закончил школу? Дебил. Так, стоп, я студент. Я 2 года назад закончила школу. Неужели это значит, что я дебил? Блин, медведь! Играл за зомби солнечное сияние на острове Кровавой Дымки. Ютуберы в зайчике. Я не доверяю Алисе. Так же Куплинок и Алиса. Даже игры ужастики Куплинок превратит в комедию. Кто за? Кот. Дебоширит, пронит все и вся. Как это видит батя? Болотный гад. Меня прикалывало это название моба. Я художница. Я так вижу. Это можно увидеть в ролике 10-й годовщины Харсон. Да что ж такое? Милый, как тебе удается достать такие вкусности, которые я еще никогда не пробовала? Просто достаю из такой верхней полки, до какой-то оттягиваюсь. Ой, герой! Доктор Ливси в книге. Более серьезный и сдержанный. Так же он в мультфильме. Здравствуйте, ребятки! Это я, доктор Есинка! А в чем дело? Коротко о том, что делаю на химии. Обожаю и тот момент, что Куплино ржет с того, что у него одно отражение. Крудется. На заднем плане Бондарин по имени Пандовский Дыш. Фанаты кунг-фу панды есть? А если найду? Чем школьники занимаются на перемене? Азартные игры. Это 10-я годовщина Хардстоун. На заднем плане персонаж зеленым без надписи над ним. Это Блоу Ветрогрыла. Ой, как красиво! Одно скажу. Ред Роза любит цветочки. Смотри, я рыба! Посматривала ролик и поймала такой прекрасный кадр. Продукты! В магазинах сплошная химия и синтетика! Так выйди из хозяйственного отдела и зайди в продуктовый! А чё в смысле? Вот это музыка! Её украсть кто? А ну завали свою хлеборезку! На чужом несчастье счастье не построишь! Да не делай твою малину, Руби! Выражение лица моих персонажей в обычное время. Да, покерфейс. Было бы по мне прикольно, если бы продавали рассыпной чай с елочными кончиками салатового цвета, листьями смородины и земляники. Да и сами ягоды не помешали бы. Очень вкусно! Можно самой набрать таких еще в походе. В детстве я ела елочные кончики именно салатового цвета. Кислые, полезные. А еще богатые витамином С.
детство. Я не могу быть серьезной. Я всегда найду над чем поржать. Да, в этом вся я. Скейтборд в фэнтези-мире. Тот транспорт-тарелка называется «Роза ветров». Выпадает во время годовщины хостол. Ты урод! Мы близнецы, идиот! Джей по фактам разнес. Гонки! А это мы просто летаем. Взяли распорядители полетов и... летаем куда хотим. А остальные персонажи острова Сокровищ. Эмоции периодически меняются. Доктор Ливси на протяжении всех двух серий. Короче, улыбается и ржет всегда и везде. Мои ровесники женятся, заводят детей, открывают бизнес. А я... просто я... рисую и озвучиваю персонажей. Выглядишь усталым. У тебя все хорошо? Почему ты злой? Не выспался? Сколько мне еще повторять? У меня просто такое лицо! Ну, теперь понятно, почему он такой злой. Единственное, чему меня научил Дисней, это то, что тут зеленый цвет зла. В детстве я смотрела какие-нибудь советские диснейские и дримворкские мультфильмы. И да, цвет зла в основном зеленый. Я смотрю, ты разговорчивая, одуванка. Но ты скоро натрындишься. И на этом мы заканчиваем. Пока Ред не надавал мне пинков. Спасибо за просмотр, друзья. Я надеюсь, вам понравилась моя подборка. После того, что произошло 22 марта, прибудьте осторожны. Поменьше посещайте сборища. Надеюсь, с вами все хорошо. Никто не пострадал. А если пострадал, выздоравливайте скорее. Вы знаете, что делать.